Какие-то изменения в балансе, я их не понимаю. Я сбил! Значения, у которых прям перебор уже. Ну, типа, не проканает там никак. Ой, обои хукинул, найс. Я тебе там покажу, помнишь? Хорош. Ну, мы будто дебилы выглядим, честно. О! Ну, жаль, я чел убил. Я не сегодня. Бил. Волшебник. Меня увезли. А, чувак спрыгнул с моста чисто как ты. О, у них там маг, слушай. Он стену под мостом поставил, нифига гений. Мне кажется, он сам этого не ожидал. Полезно, полезно. Ну, я так не найду, да? Нет, маг, не злись на меня, я пошутил, не надо, нет. Чайка, 4 секунды. А, ну я смотрю, у тебя там все норм вообще. Шел! Шел мне. Нифига я сейчас финт видел. Макс шифтанулся с воздуха. Нет! А, я сбил. Капец, у меня уже 5 зрителей. Надо. Нифига себе. Ну это редкость, потому что, да, что ты никогда не стримишь. Курцов. Не, просто у меня там всякие сталкеры зашли. Я даже знаю, кто. Апрель. Я завтра к ним в школу. Я им завтра за школу им дам. Апрель, кстати. А ты у себя на стриме? Будь стена. Да. Я, кстати, стена спасла от этого. Челика. Фига чего, слушай, я возьму флаг. Много раньше. Смотри, обоих поймал. Ого, короче, ты сейчас этого соберешь, сейчас, ну, держать его раз, все. Я умер. Ну, 7 же, секунд. Я так хорошо чела отодвинул, так вовремя. Нет. Не надо. Все отлично. Да вы чё, демонюги? Ну-ка, до свидания, нафиг. Бери. Я просто беру. Бери, бери. Молния мимо! У него талант. Отвечаю, промазать молнии. Ну, он ещё такую стену поставил, да? Мне очень понравилось. Да. Ой. Нет. Ой, я сбил. Дальше что? А дальше вот это. Здорово. Нет. Ну почти. Не дал еще. Ну почти. Не, ну почти. Там чуть-чуть тайминга не хватило. Слушай, а почему ты такой слабый? Я чуть-чуть. Ты обычно тащишь, а я сосу. А теперь мы вдвоем делаем это еще. Вы поменялись ролями. Как что-то со стрима вывести оверлей. Можно даже донаты поверх игры своей, понял, прям выводить. Но она максимально ограничена, еще XSplit имеет фиговые алгоритмы, поэтому типа, пользоваться невозможно. Но идея интересная. А, еще прога платная. Ну, это самое главное. Лонгсорд. Пищи. Ой, не знаю. Нормально пойдет. Смотри. Я, короче, беду захватывать. О, вообще. Нет! Неждан. Еще, еще. О, еще давай. Класс. Еще давай. А, я сейчас умру. О, обоих. Я умер. Ну, мы будто дебилы выглядим. Честно. О! А как разбанить мишечек? Не помню. Может анбан, знаешь, внезапно. Да. Не знаю, может мне звук отключить в игре? Может, он лучше работает? Нет.
Не, а вдруг это, короче, проблема в языковом драйве, это система не тянет. Я понял, как вообще звук еще в игре может помочь, кстати. Это будет очень смешно, если драйвом. Что это такое предпочтение? Тут можно предпочтительно карты выбирать. Ничего себе. Они эволюционируют. Оно развивается. Может быть, когда-нибудь будет, как в BNS, знаешь, типа, сины не нравятся, оп, убрал из списка. Ну, может, когда-нибудь один на один подвезут. А может, мне губозакаточную машинку раньше подарят, наверное. Все, Куртспел без мата. Так, ну что, предпочтения какие? Надо поставить Deathmatch. Deathmatch, Deathmatch. А. Deathmatch. Все. Все. Запросить миссию. А я фиг знает. Ну, лишним не будет, если ты поставишь, конечно. А, я Тор запустил случайно. Нет! Тор через VPN. А, нет, закройся. Все. Это просто двойное проникновение. Двойная скрытность. Да он у меня висит на панельке, ну, рядом с пуском. Я мискликаю по нему обычно. И такой, нет. Потому что он грузится нормально так. Ну, типа, да. Все свои сетки там подрубает. Откуда-то там достает. Ага. Классно, предпочтение работает. Вижу прям десматч. Прям сразу сходу, прям десматч. Лаги ваши хана. Ничего не изменилось, в общем, я вижу так. Ну, типа, не, у меня просто вот чек раз какие-то посещения там. Ага, классно, да? Ладно. Не, давай, короче, в камеру составить. Я вообще, я полностью бесполезен. Ну, неужели я чел убью? Не, не сегодня. Убью. Убил. Волшебник. Кстати, игра вроде умнее стала как. Я тоже так думал, пока не зашел в ранкинг. Ну, я, кстати, я звук отключил и походу сработал. Ну, конечно, да, дело в звуке. Я тебе отвечаю, у меня нет таких больше пацанов. У меня просто игра лагает, потому что у меня, ну, что-то не тянет, короче. Хоть на 1000. Слушай, потом еще на 3... Ну, договори. Договори, ладно. Договори, ты уже договори, ё-моё. Ну ты же начал. Ты начал, я просто речь уже ввожу. Давай договаривай уже. Мы так и будем постоянно три сейчас перетирать. Будет говорить твою речь. Так что давай уже. Говори. Че, это можем еще выиграть? Прикол, да, будет вообще. Они ко мне пришли, черти, уйдите отсюда. Оп, обратно поменялись, нормально. Warframe, привет. Это как там, нормально? Давай, давай, давай. Я попытаюсь сейчас, конечно, ничего не обещаю. Я держу. А, Ник прибежит. Ну все, держи там, держи, не уходи с точки, все будет. Я держу до конца. Держи. Они вдвоем тут, они... Это... Они типа решили типа тебя убить, а потом меня сейчас прийти убить. Не-не-не-не, это меня все не проканает. Я не буду. Выиграли, боже! Как? Мне даже ачивку дали, Battle Fight Me. So good. Прикол. Нажимаешь на пробать его, и там снизу будет предпочтение. Ага. Угу. Короче, Deathmatch? Блин, Сунсу мышки бы добавили, ребят, реально. Все смеяться, ну, позорище. В смысле?
Почему пока можно лететь с мышки? Нет, ну это здорово, но это совершенно другая история. 9 миллиардов DPI. Я когда в Курцпейл захожу со своим обычным DPI, с которым я везде играю, даже в Солворкере, у меня в Курцпейле просто вот так вот камер, как будто она, ну я не знаю, просто накурилась спидами какими-то. По привычке частично, просто, ну, есть такие значения, у которых прям перебор уже. Ну, типа, не проканает там никак. Ой, обои хукинул, найс. Я тебе там покажу, помнишь? Я хорош. Нормально пойдет. Чуть раньше бы нажал. Слушай, я обоих выкинул, а ты обоих зацапал на крутилку, и найс вообще, да? Пойдет. Я такой. Не матерись. Да-да, не матерись. Главное не материться. Мы живем спокойно, живем. Челлендж без мата. Я свой челлендж стираю. Лоу, это чел утонул, короче. Если боль там у другой. Что? Я ничего не понял, но я это вытащил. Смотри, я обоих продамажил. Давай. Просто что это такое? Сейчас все будет. Бери флаг. А, ладно. Я беру флаг, давай. Хорош! Просто ультую 200 IQ. Мне больно. Господи, меня так обидеть. Не-не-не-не! Нет, комета! Чайка, дефай флаг, я понял. Давай. Ой, ну ты понял, бей в смысле. Важно. О, какие-то изменения в балансе, я их не понимаю. Я сбил! А, ничего себе ты. Я сейчас попал с одной. Бери флаг, бери флаг. Ага. Пришло. Ну ты вообще держишь, какой-то же ты зверь. Да ладно. А, его это... уже смотрят, да? Это мне чувак в Телеграме написал. Мне пишет на стене. Че пишет? Сапер чемпан. А стоп, я нечаянно закрыл чат. ВБС. В ВБС же нет чата в дефолтном. Есть. Что? Там есть чат? Как это? Никогда же не было. А это скорее новая версия у него, скорее всего. Прикол. Ну ладно. Как рубить чата? Я забыл, я начали умирать. Я не знаю, вообще никогда не знал, что там есть чат. Прикол забавно. Мне бы когда писали. Я забанил, перебанился. Пишите раз. Идите разбан, напишите мне в личку. Поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик, иначе интернет будет по талонам.